25 лет назад для выполнения особых задач в структуру милиции был внедрен отряд ОМОН. Олег Савельев в отряде сторожил службу по охране общественного порядка и безопасности сочинцев и гостей города. Он несет со дня образования подразделения. Я всегда мечтал проходить службу в каком-нибудь специальном подразделении. А здесь, в городе Сочи, я узнал, что есть рота специального назначения. Туда я и пришел служить. Я там встретил настоящих друзей. Там сила, доблесть присутствует, сила духа, бодрость. Поэтому там мое место. То, что четверть века сотрудники ОМОН играют важную роль в обеспечении стабильности на курорте, сегодня отметил глава города. Профессионализм бойцы отряда «Зверобой» проявили в период проведения Олимпиады. И сегодня в богатом на события круглогодичном курорте они ежедневно доказывают способность справляться с самыми сложными задачами. Мы только с начала этого года вместе с вами провели 5 чемпионатов мира, кубков мира. Мы провели саммит. Сегодня стоим на пороге проведения кинотавра. Буквально с 6 июля у нас всемирные хоровые игры. И спасибо вам за то, что я, когда презентую курорт Сочи, мы такую презентацию сделали уже в 26 городах России, а также в 4 странах мира, я уверенно могу говорить, я гарантирую вам полную безопасность на территории курорта. И это тоже ваша заслуга. Успевают ОМОНовцы участвовать и в патриотическом воспитании сочинской молодежи. На базе отряда регулярно проходят уроки мужества. В том числе и за эту работу мэр Сочи наградил бойцов знаком почета, признание и почет сочинцев. Возраст вроде бы и небольшой, но он знаковый. Для такого боевого подразделения, как наш отряд, год можно засчитывать за 3, как на войне. Тем более, что бойцы отряда и офицеры работают практически в боевых условиях, на передних рубежах. Нашим подразделением можно гордиться, и я горжусь, что каждый сотрудник с честью и доблестью выполняет поставленные задачи. С праздником! Выполняя боевые задачи, сотрудники ОМОН не всегда возвращаются в строй. Сегодня минутой молчания бойцы почтили память своего товарища-снайпера, который ушел с жизни в 2012 году. К памятнику погибших полицейских ОМОНовцы возложили цветы. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.